Всем доброе утро. У нас сегодня вот такое красивое осеннее утро. Осень уже чувствуется, солнышко уже такое осеннее. На траве уже появляются желтые листочки. Спеют, поспевают яблоки. Я сейчас на даче, у меня сегодня выходной. Поют птички. Я вот не знаю, вам будет слышно или нет. Так красиво поют птички. Вот такое у нас сегодня красивое голубое небо. Ну что, яблок нападало сегодня не очень много. Это яблоки, которые нападали за ночь. Брат вчера вечером собрал яблоки. Смотрите, яблоки падают на дорожку и разбиваются. Так, давайте посмотрим, сколько в траве нападало яблок. Ну, тоже не очень много. Как приятно походить по траве. Так, под этой яблоней тоже немножко яблок. И пойдемте еще прогуляемся под другие яблони. Ну и здесь тоже немного яблок нападало. В комментариях под видео меня часто спрашивают, что вы делаете с яблоками. С яблок мы делаем сок и варим варенье. Яблоки у нас настолько вкусные, они сладкие, сочные. И настолько сладкие, что мы даже в сок сахар вообще не добавляем. Сок очень сладкий и вкусный. Здесь у нас растет земляника. Мы ее посадили только в этом году. И посадили всего несколько кустиков. А здесь у нас спеет, поспевает виноград. Давайте-ка попробуем ягодку. Вкусно. Вкусно-вкусно. Но еще не поспел. Вот так у нас спеет малина. Вкусная ягода малина. Вкуснота. Ягода очень вкусная, сладкая. Так, где у нас тут еще малинка? Вот. Как вкусно. Вкусняшка. И вот еще. Как вкусно. Вкусно-вкусно. Ежевика уже все закончилось. Видите, уже ни одной ягодки. А нет. Смотрите, вот одну ягодку я нашла. Вкусно, вкусно.
А вот еще одна, смотрите. Ой, какая вкусная там. Вот еще одна. Вкусно, вкусно. Ну все, больше нет ягод. На ежевике появились цветочки. Смотрите, вот цветочки, а между ними ягодка зелененькая. Ежевика опять цветет. Давайте посмотрим, может быть, где-то есть еще цветочки. А вот, смотрите, еще цветочек. И за ним вон там еще один цветочек. Ежевика опять цветет. Вот на этой яблоне у нас уже яблок осталось мало. Почти все мы их уже собрали. Вот видите, совсем немножко яблок на яблоне. Это у нас яблоня одна из ранних. И уже видите, на деревьях появляются желтые листочки. Остались яблоки, видите, на самой макушке. И то их чуть-чуть уже на этой яблоне осталось. Сегодня очень тепло. Я хожу на даче в одном сарафане. И мне даже жарко, знаете, прямо так тепло, как летом. Как хорошо походить по траве. Такие приятные ощущения. Вообще, хожу по траве с огромным удовольствием. Так же приятно шуршит трава. Скоро уже нужно будет опять косить траву. Трава уже выросла большая. Смотрите, уже появляются желтые листочки на траве. Подул сейчас ветер, опять нападали яблоки. Я решила потрясти яблоню, думала, нападает много яблок. Но нет, я трясла веточки, которые, ну, могу до которых дотянуться. И вы знаете, яблоки крепко держатся за веточку, и яблок после моего трясения практически, ну, ничего не нападало, очень мало яблок. А вот как ветер подует, падает очень много яблок. Но я так думаю, что это, наверное, с верхних веток откуда-то. Вот. Сейчас буду опять собирать яблоки. Вот подул ветер, и яблоки нападали. Астры уже начинают отцветать. Смотрите, вот еще есть на астрах бутончики.